он идет. Блин, это кто? Привет всем подписчикам. Сегодня Сайма, кувшинки и красноперка. В надежде на крупную красноперку. Хочу поймать крупную. В другом месте я рыбачу не как раньше, чуть подальше. Для меня это место новое, но я думаю, что здесь я найду рыбку. Интересно всегда в новых местах ловить. Я вот уже попробовал, покидал окунь, плотва, но красноперки пока не видел. Но сейчас мы проверим все это. Я уверен, что здесь есть, что здесь места просто шикарные. Первые забросы показали, что здесь плотва и окунь. Красноперки пока замечено не было. Но она тут есть. Она должна тут быть. Не может быть такого, что ее здесь нету. У нас пару часов на рыбалку. О, вот она была, поклевка. Но судя по тому, что бок был серебряный, это, скорее всего, была плотва. Сегодня у меня плетенка намотана, потому что все-таки тут кувшинки. Если попадется что-то крупное, то придется продирать. С лесочкой это будет очень тяжело сделать. Вот она. Это кто у нас? Это у нас опять плотичка. Окунь. Вездесущий окунь. Ну что, поставил я мормышку самодельную с опариком. Я вот тут смотрю, рыбы я тут не вижу совершенно. Но сейчас мы будем проверять. Должна тут красноперка быть. Ух ты, это кто? Нифига себе, друзья! Первый заброс. Блин, такую надо принять. Ух ты, да это хорошая рыба. Батя просил взять на вялку. Как вам такая рыбка? Зацените, с первого заброса на новом месте. Ой, что я не люблю красноперки, так это то, что с нее сразу столько говна сыпется. Ну, это хорошая, красивая рыбка. Только не дергайся, только не дергайся. Ну, это хороший размерчик. О. Окуни, окуни. Посмотрите, сколько окуней. Целая толпа окуней. Ой, да их тут просто тьма тьмущая. Окуни, ну-ка отстаньте. Мне красноперка нужна. По крайней мере, тут я вижу рыбу. Что это за рыба? Я думал, это красноперка, а это окунь. Сколько можно окуня этого? Окунь, отстань, пожалуйста, от меня. Дай помормышить красноперку. Блин, вот это была красноперина. Это была красноперина, я ее видел, она была здоровая. Просто. Ну и след за ней, конечно, попалась. Так кто?
Непонятно, кто это, плотва или красноперка, но, друзья, вот там, там была очень хорошая рыба. Она была крупнее, чем предыдущая. Вот еще одна идет красноперина за мормышкой. Все видно? Вот. А, нет. Это был окунь. Окунь. Но она, наверное, накололась. Если она накололась, то она уже не возьмет. Жалко, конечно, жалко, жалко, потому что рыбка там была приятная. Есть, конечно, надежды какие-то. Вот кто там опять? Вот это кто? Это красноперка. Это красноперка. Это средний такой размер. Но не та, что бахнула. Аж фрикцион сработал. Вот она здоровая. Вот она. Блин. Нормальная. Нормальная рыба. Но мне кажется, все-таки было крупнее. Там тогда. Ну это хорошо. Сейчас окуни налетят по-любому. Вон кто это. Кто это? Ну да. Окунь. Окунь. Если нету сразу поклевки вот у травы, то все. Жди окуневую поклевку. Жди мерзко пакостного окуня. Вот там сейчас будет. Ой, это щука была, друзья. Щука вылетела за красноперкой моей. Щупак, видали? Видали, как он хотел ее сожрать? Здесь у меня стоит плетенка. И поэтому... Вон она, друзья, вот она, вот она. Ну что, я буду рисковать. Я вижу щуку. Вместе с окунями стоит. Небольшая щучка. Я буду рисковать. Видит, но не берет. Не-а. Вот она, друзья, стоит. Ну где крупная красноперка? Да, неудобно. Ничего не скажешь. Все-таки тут. Кто это? Это красноперка. Да, ветер, ветер, друзья, из-за этого. Груза у меня нет, потому что он в лодке остался. Времени уже не было идти. Блин. Нормальная рыба. Ну вот это, не скажу, что супер. Опять же взяла в самой этой. О, вон щука, смотрите, сейчас я отпущу и посмотрим, что будет. А ничего не будет, щука испугалась красноперки. Кинуть туда куда-нибудь. Блин. Ну вот я вот этого больше всего не хотел. Больше всего я не хотел вот эти вот. Сейчас перекусит. Эй, дружище, стой, тихо, тихо. Вот этих гадов больше всего не хотел. Чуть было не было, а могла бы спокойно. Тут не только царство красноперки, но еще вот этих вот шнурков. Зачем ты клюнул, а? Вон какой. О-о-о. Давай, друг. Все. Конечно, с таким маленьким-то грузом особо здесь не заикаришься. Отнесло меня. Ну и да ладно. Я верю, что вот там сейчас в заливе будут такие места шикарные. Она любит, конечно, любит вот эти вот. Тростничок и в тростничке в этом. Кувшинки хорошо, но тростничок лучше. Я это уже понял.
Залив какой! Ну, сейчас там точно будет красноперого порева, блин. Не, ну вот, да тут она обязана просто стоять, килограммовая. Мне кажется, тут должна стоять хорошая рыба. Она обязана тут стоять. Там уже кто-то сидел, пока я... Кто это? Красноперка. Все равно. Блин. Друзья, вот это уже на хорошая красноперина. Откуда ни возьмись, выскочила. Хорошенькая. Вот это я понимаю. Заглотила, хорошо. Ну что, друзья, клюет хорошая рыбка. Нифига, это кто там? Вы знаете, кто-то сразу же нападение. Это кто? Кто это? Красноперка. Ничего себе. О. О, красноперки молока. У нее что, нерест, что ли, начался, начинается или прошел? Потому что она что-то нифига не шершавая. Вы понимаете, да, что там на каждом забросе приманка начинает опускаться и сразу же поклевка. Причем рыба там, блин, да что такое-то? Причем рыба там хорошая. Крупнее, чем обычно. Блин. Я думаю, нам надо сместиться вот сюда. Теоретически она там должна. И она там есть. Вон она, вон она. Кто это, только я не понимаю. Ой, да как тут рыбы-то, вон, смотрите, сколько. Вон, 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 везде. Окуни. Окуни. Ой, мелочи-то сколько вон тут. О, посмотри, посмотрите, что творится. Окунь, окунь. Эй, ты зачем? Просто, блин, это шайтан-машина. Что вы творите? Окуни. Окуни просто голодные. Накидываются на мормыху. Толпой прям вылетают. Смотрите, опускаешь. А, вон они. По поверхности можно вот так водить. И устраивать экшен. Вон они, вон они, вон они. Оп. Окуни, вы мне не нужны. Поэтому я вас ловить не буду. Мне нужна крупная красноперка. Дождь. Дождь и красноперка — вещи, интересно, совместимые. Нормальная рыба клюет. Нормальная рыба берет, друзья. В общем-то, красноперки достаточно много. Сейчас опарика у меня там обожрали капитально. Поставлю я сейчас флуоресцентного опарика. Зеленого такого. И попробую на него поймать. На самом деле время-то уже много, а я еще вообще ничего не оплыл. Вон идет, идет, идет. Блин, это кто? Это лещ. Это
лещ. Это подлещик. Это подлещик. С лесочкой я бы тут сейчас бы вообще бы с ума сошел бы. У-ху! Я даже не увидел, откуда он взялся-то. Блин, как мне не хочется его в руки брать, потому что он настолько сопливый. Ну вот. Тому подтверждение. Мормышинг, конечно, супер. Такой вот товарищ клюнул. Какой, да? Попался-то, а? О, нет, вот он, ушел. Фу, а тем временем дождик закончился. Лещ-то, конечно, интересный. Такой, вух. Я думаю, тут еще рыбы. Блин, у меня еще плавать тут плавать, но чувствую, я еще пару часов. Даже, наверное, здесь сейчас покидаю чуть-чуть. Я уверен, что здесь будет много рыбы. Но надо ехать дальше. Конечно, класс. Блин, с леской заброс был бы дальше. Но сомневаюсь, что вытащил бы всю рыбу. Щуку бы точно не вытащил. Леща бы тоже, наверное, не вытащил. Ну, ладно. Буду искать тоненькую плетеночку. Слушайте, ну это отлично, конечно, лещ. Но он засрал весь каяк слизью своей. Это не есть гуд. А я видел, как он вышел. Я думал, это красноперка. А это оказался лещ. Не докидываю, да, я совсем. Блин, это кто? Это кто опять? Кто это? О, да. Хорошая красноперина. Ой, еще вторая, главное, смотрите, за ней следом идет. Смотрите. Фу, вам, наверное, не видно. Все-таки линза не полярик. Жиробасина. О! Какая! Хорошая рыбка. Ну тут повеселее, чем там. Но там были трофеи здоровые. Но я думаю, здесь это не предел. Сама отцепилась. Но это хорошая такая рыба. Ладно, давай. Уплыла. Отлично, отлично. Вот это мне нравится. Это весело. Итак, у меня мормышка TrueWeight с бусинкой и опарыш. Я не знаю, тяжелее она или нет. Сейчас я вот закину, если улетит так, как мне надо. Да, она... Блин, чуть каяка не вернулся. Она явно тяжелее. А вот что с реализацией будет? Да, она тяжелее. Стало намного приятней. И кто-то сразу же вон взял. Это был... Кто-то сразу же взял, и кто-то взял и просто откусил опарика, блин. Вы что, оборзели, что ли? С первого раза откусывать. Сейчас со дна как бахнет кто-то. Так, ну я вот хочу вот туда кинуть. Лёха, ты ж сегодня не пил. Ты чё это? Время красноперки, кстати, уже уходит, потому что солнце. Хотел я сказать, а это у нас... Это у нас еще одна, друзья. Ну не красота ли, а? Ну посмотрите на нее. Ну что это за рыбка-то, а? Ну. И с реализацией нормально все. Господи, все в леще. В следующий раз я его не буду в лодку подымать даже.
сверху залетело так, как, а? Здесь еще на самом деле много плавать и плавать можно. Ну, вон оно сзади там уже. Вон оно. Вот оно. Блин, а это еще крупнее, по всей видимости. Это да. Это крупнее. Ну это красота. Наверное, в жару просто столько рыбы плавает. Что, мама, не горюй. Да, 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 вот оно, стоит. Стоит красавица. Стоит красавица. Хорошая рыба. И никуда не надо ехать. На дальнюю точку я уже, естественно, точно не поплыву. Может быть, еще вот здесь где-нибудь. Не знаю, посмотрю. Разведка удалась. Я вам так скажу, очень даже вполне. Все, друзья, закончил я этот день. Блин, классно половил красноперочку. Прям вообще от души. Очень понравилось, было много классных рыб. Лещ один, щука, еще одну щуку видел, много лещей видел. Новое место мне понравилось. В следующий раз, когда я приеду, сразу обязательно поеду ловить. Сюда, на каячке опять. Тут еще мест, вот тут мест вообще еще неизведанных мною. Поэтому будем пробовать. Только когда, не знаю, надеюсь, через пару недель, если получится. Так что не переключайтесь, смотрите. Всем не хвастай, не шуи, и всем пока.